Жизнь замечательных людей. Здравствуйте, товарищи. Троцкий. Член редколлегии газеты «Искра». Садитесь, товарищ Троцкий. Троцкий. Я не понял. А где же конспирация, товарищи? Какая? Такая конспирация. Как это какая? А нагрянут жандармы. Мы что тут, «Искру» читаем? Что? Как что? Мы день рождения справляем. Водку пьем, закуску едим, песни поем. В общем, все, что положено угнетенным рабам. А, это такая конспирация, товарищи! Такая конспирация, товарищ Троцкий, у нас есть! Есть! Конспирация. Новости. Новости, товарищи. Ильич написал статью. Революцию может погубить отсутствие конспирации. И прав, прав Ильич, 100 раз прав. Без вот такой вот конспирации пролетариату амба, товарищи. Налито. Налито. Вот и все новости на сегодня. И в заключении о погоде. Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут. Спокойно, товарищи. Это я для полной конспирации еще и девочек заказал. Фу. Но мы поднимем города и смело.